К земле в одном из районов Иркутска сегодня было приковано внимание горожан. На улице Александра Невского около 6 часов утра с 14 этажа жилого дома упала 34-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительной версии, у погибшей были проблемы со здоровьем. Известно, что женщину, стоявшую на подоконнике, увидела ее мать. Однако попытки предотвратить роковой шаг оказались тщетными. В данный момент полиция устанавливает все детали происшествия. Причем следственные мероприятия проводятся в этом доме уже второй раз за 3 месяца. В апреле, но уже с 15 этажа этого же здания упала 20-летняя девушка. Спасти ее также не удалось. По основной версии, причиной трагедии стал сильный ветер. Девушка мыла окна и не устояла при очередном порыве.